Региональным управлением МВД России подвели итоги оперативно-служебной деятельности за первую половину года. В Ивановской области зарегистрировали 6756 преступлений. Это на 123 меньше, чем в прошлом году. Органами внутренних дел выявлено 62 преступления коррупционной направленности, 128 в финансово-кредитной системе. На четверть сократилось число убийств и разбоев. Меньше стало грабежей и краж, случаев причинения тяжкого вреда здоровью. Раскрыто почти 400 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Изъято более 33 килограммов наркотических средств и психотропных веществ. Приоритетными, по мнению руководителя ведомства Владимира Жигайло, остаются такие задачи, как повышение качества предварительного следствия по уголовным делам, соответствующей подследственности, борьба с преступлениями экономического характера и рецидивной преступностью, а также профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.